Рад всех приветствовать на своем канале. Сегодня я вам хочу рассказать о программном обеспечении DoctorPhone, в котором является очень большой функционал по ваших Android устройствах, iOS устройствах. Вы можете прекрасно переносить данные между устройствами, переносить соцсети, полностью делать резервную копию соцсетей на другое устройство, на iPhone, на iPad, так само на Android переносить полностью, извлекать все пароли, те, которые выводили в соцсетях, в приложениях каких-либо, на сайтах где-то регистрировались, Wi-Fi пароли и так далее, и так далее. Если у вас зависла система, неправильно работает, восстановить, там, сбросить пароль, если вы забыли, то есть это экранные пароли Apple ID, iCloud или еще какой-то. Это все есть в данном приложении, очень большой функционал. Досмотрите видео до конца, я вам прекрасно расскажу конкретно, что это за приложение и продемонстрирую некоторые функции. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Программное обеспечение DoctorPhone. Что собой представляет? Это телефонный менеджер iOS. Ваше решение iPhone Transfer and Managing. То есть, передайте контакты, SMS, фотографии, музыку, видео на iPhone или iPad. Управление своими данными путем экспорта, добавления, удаления и так далее. Для передачи между iPhone, iPad и компьютерами iTunes не требуется полная поддержка с iOS 14 и всех устройств iOS. Можете попробовать, посмотреть, как это все в принципе работает. Как вы поняли, переносятся все данные, то есть трансфер, управление, удаление или же переобразовать между устройствами. Вот, все подробно здесь написано. Если будут какие-то вопросы, конечно же, пишите, отвечу на все ваши какие-то недопонимания. Все ссылки будут в закрепленном комментарии и в описании под видео. Так, ребята, давайте знакомиться с данным программным обеспечением Wondershare DoctorPhone. Давайте же мы его запустим и посмотрим, что он собой представляет. Вот у нас быстренько запускается программка, инициализация. Data Recovery. Как знаете, это восстановление там с вашей резервной копией iTunes и iCloud. Phone Manager. Это на чем я буду вам показывать пример и показывать вообще в целом, как эта программа работает. WhatsApp Transfer. Это перенос данных мессенджеров, которые здесь включены, с любого устройства. С iPhone на iPad, на Android и обратно. Password Manager. Это просто генерация всех ваших паролей, которые вы регистрировались в Wi-Fi точке. Где-то в приложениях, на сайтах, прекрасно здесь вам демонстрируют с вашего устройства вам на ПК. Разблокировка экранного пароля, графического, Face ID, Touch ID, Apple ID и iCloud. Исправление систем ошибки различные, которые у вас могут быть на iOS. Обычная очистка, глубокая очистка. Перенос данных, то есть с Android на iPhone, с iPhone на Android. Phone Backup, это восстановление там с резервных копий, ну и все то, что вам будет в принципе нужно, вот дата, ставите фейковую локацию и так далее, так далее. Экран вывести на рабочий стол. Начнем с iPhone Manager. Что собой представляет эта данная функция? Это очень классная функция, когда нам нужно подключить наше устройство, вот, и переносить какие-либо данные. То это будет музыка, то ли это будет видео, то ли это будет фото, какая-либо информация, программа и вообще какие-то папки внутри на нашем конкретно устройстве. Вот. Что мы здесь можем сделать? Мы можем перенести данные с iPhone на ПК, либо же обратно, к всем медиа данные, которые есть в iTunes, на девайс, и так само перенести на iTunes, это все перекинуть. То есть мы можем это делать все три стороны, как нам нравится, и без всяких затруднений, в принципе, это будет работать. Вот, то, что касается вот здесь музыки, можем закидывать музыку, перекидывать все стороны, подкасты, рингтоны делать, альбомы. То же самое касается видео, фотографий. Общая информация об вашем устройстве, те, которые у нас есть, ну и, конечно же, то, что я говорил, Explorer, то полностью нам полазить по нашей памяти, что у нас здесь есть, фотографии, музыка и так далее, и так далее. Вот, в принципе, это все доступно работает, просто взяли данные, перетащили и все. Это то, что у нас есть в памяти телефона. Вот так вот это приложение выглядит, ничего сложного нет, просто зашли, подключили ваше устройство и все сделали по шагам, по подсказкам. Если будет что-то непонятно, конечно же, обращайтесь ко мне, я вам все подробно расскажу, объясню, и все ссылки полезные будут в комментарии и закрепленном видео. Хочу провести небольшую демонстрацию, показать вам то, что у меня видео данного нет, то, которое я вам сейчас покажу, что я хочу перенести на устройство с ПК.
Все очень просто. Вот я продолжаю снимать. То есть, как можете заметить, вот данный видеоролик. Но я хочу сделать вот каким образом. Я перейду в iPhone Manager. Здесь сейчас отобразится мое устройство. Вот идет Installing App. Вот мне нужно нажать доверять. Я здесь подтвердил то, что мне нужно было доверять. Вот, и я хочу выбрать подпункт видео. Я сейчас сюда просто перетащу данный видеоролик. Вот бамс. И вот, do you want to convert it to file? Yes. Вот, идет конвертация. Как видите, Bandicam, такое-то число, вот такое-то время, вот AVI формат. И вот сейчас, вот в данный момент, пройдет выгрузка данного видео. Я выключать видео не буду. Просто ускорю этот момент. Я постараюсь быстро зайти в галерею и показать то, что видео уже там есть. Как видите, время сейчас у нас 7:03. Вот я перехожу. И данный видеоролик у нас здесь. Все есть. Все то, что я записывал, у нас здесь есть. Вот. Полностью все то, что я вот кидал. Полностью этот видеоролик здесь присутствует. Отлично, программка работает. Так вот, друзья, все ссылки, как вы поняли, будут в закрепленном комментарии, в описании под видео. Если будет что-то непонятно, вы пишите. Я вам подробно расскажу, подскажу, чтобы вы понимали, если вам что-то будет непонятно. Подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропускать новые видео. Делитесь этим видео и ссылками моих видео с друзьями. Дальше больше. Скоро увидимся.